добрый, братцы. Да, именно день. Терминал Матвеевский. На следующем повороте поверните направо. Затем на следующем повороте поверните налево. Время 11:30 дня. Стояли паузы. Михаил Владимирович уже сходил, заплатил за стоянку. Вчера спать легли только в 2:30. Выехали со Скании в 10:30 вечера. Пока с начальством встретились, пока там все вопросы порешали. На следующем повороте поверните налево. Sit down, please. Он свалился. Короче, улеглись мы только в 2:30 ночи. Вернее, только сюда приехали. 6 часов оттоптали Скании так, возле машины. Так тяжковато было вчера. Часов отстояли. Начинаем мой крайний забег в этой ходке. 690 километров еще до дома. Сегодня тоже еще дел. Нам нужно еще забраться, отблю, страховку, дозвол забрать литовский. В Смоленске там курьер привезет. То все. Конфетки, шмафетки. В общем, дело еще на сегодня немеренное. К Минску мы приедем уже ночью. Ну ничего. Дорога-то ровная тут уже. Только катись. Вот. Ну, а там дальше Михаил Владимирович поедет в Литву, съездит. Вильнюс посмотрит, вам покажет. Вильнюсовские промзоны. Да. Таможня вильнюсовская и так далее и тому подобное. Да. Ну, как это говорится, складывается же впечатление, что там ездите по дальним странам, там все смотрите, там страны, города. Все, что мы видим, это автобаны и промзоны. Ну вот где-то иногда получается куда-то вырваться в город. Но в основном все наши пейзажи — автобаны, дороги и промзоны. Вот и вся романтика. Ты был во Франции, ну и что? Что ты там видел? Ну да, Эйфелеву башню видел сдалека. По объездной Парижа, когда едешь, то ее видно. Я не видел. Ты в Париже не был. Я только автобаны видел во Франции. А, ты в Париже просто еще не был. Побываешь в Париже, увидишь Эйфелеву башню. Честно, не хочу. Сдалека посмотрю. Что там есть? Я ее по телевизору видел. Толкаться в парижских пробках. О, это что же своеобразная романтика? В московских потолкаться, в парижских. Я бы лучше сюда вот в музей бронетанковой техники съездил. Некогда. Каждый раз проезжаем и каждый раз него, и каждый раз некогда. Не, один я просто раз прошляпил. Они закрыты же еще, музеи-то. Вот откроется скоро. Коронапсихоз закончится уже почти. Уже почти закончился, наверное. Заканчивается. Жизнь приходит. Возвращается в обычное русло. Ну, конечно, русло уже в любом случае будет изменено.
ладно, это отступление от темы. И все. Где-то до середины июля, до 10 числа точно, Михаил Владимирович будет арбайтен, утром дисциплином. Ну, а мы дома отдохнем. Маленько. Дел накопилось почти 2 месяца. Длился данный забег. Километраж скажу попозже, какой вышел. За заезд надо просто путевки поднять, путевку старую. Ну а сейчас первая задача, что до Смоленска, до Девасов долететь. Погнали исполнять. Какой погоду шикарный. Сейчас дождь закончится моментом. Только что влетели минуту назад, сейчас уже выйдем. Впереди солнце. Огонь. Сполоснемся. Зато. Пыль собьем. Короче, мы тут едем, гадаем, думаем. Там у нас эти приколы в Беларуси. С транзитом, со всей фигней. Поэтому сейчас еще будем думать, когда мы будем как заезжать. И как это не влипнуть в карантин. Жарище на улице. И что-то как-то совсем 14 дней сидеть дома безвылазно не вставляет. Ай, там какие-то уведомления, сутки покинуть. Ну, это все там можно у Кости Буласкова посмотреть. Все подробно рассказал. Ну а мы расскажем, как у нас все это получилось, но попозже. Еще до границы далековато, 326 километров. Но походу, что сегодня заходить мы будем в Белку только ночью или ранним утром. Дурдом творится, все через одно место, не буду говорить через какое, сами все понимаете. Осталось последнее, крайнее, не последнее, не крайнее, область Российской Федерации, которую надо пересечь, 300 километров, и начнется столица, начнется Республика Н. Беларусь, начнется проблемы, геморрой. Транзитом со всей этой фигней, блин, но придумывают сами не знают чего. Нашли разносчиков инфекции, блин. В торговых центрах, значит, инфекция не распространяется. Вот водители-дальнобойщики, которые вот, не на то есть, которые заедут на лесную стоянку в кафе покушать, все, это, блин, самые разносчики коронавируса. Хочется оставить комментарий, но я промолчу. По 17+ отдыхает в этом комментарии. Все через одно место. Ужас. Короче, едем все, вот думаем, как нам лучше поступить. Пока еще в раздумьях. Мы не ели. Поедем обедать, Михаил Владимирович? Да. Полчетвертого уже. Уже пора. Мы еще не завтракали. Кофе попили, да и все. Зарулим сейчас тут суета в столовую. Наверное, что же все на вынос. Плюс тут еще заказ на лекарственные средства.
аптека есть. Те, которые в Беларуси не продаются. Что-то ты так палкой махнул, думал, сейчас побежишь через бордюр меня останавливаться. Заглянем. Я налево закручу. Зачем? Направо пойдем в столовую? В эту? Зачем? Я с правой стороны ни разу не ел. Ну, пошли направо. Потом просто через дорогу надо все равно сходить в аптеку. Да, давай направо, легче выезжать будет. Легче выезжать будет. Давай направо. Что аптека там слева за зданием. Ну я сбегаю сейчас по-быстрому. Километров-то до границы уже остается. Ну, мы сегодня, наверное, все-таки не поедем, но это уже поближе к границе, уже конкретно определимся. Сейчас мы ему покажем, что мы покушать. А им сейчас и не надо. Им сейчас и не надо. Сейчас и не надо? Нет. Используйте второй поворот. Ну, вечером потом. Ну, в общем-то, в принципе, да. Деньги собирают. Тут тоже, видишь, как вложился, да? Вот тут как-то брусчаткой выложили такую. Оформить EP можно на литру. Да ты что? Ну, вон. Прямо сейчас? Пойдешь оформлять? Да сейчас. Слушай, они увеличили стоянку. Да, да. Я тут уже год не был. А уже тоже по М1, когда последний раз ехал. На Австрию в феврале, наверное, вот тогда точно. Пошли, желудки наполним чем-нибудь. Едой. Ну. Нету моих лекарств. Суета, вот деревня сама, поселок вернее. Не там в аптеке, не здесь, что мне надо. Пойдем сейчас через дорогу перебегать. Пешеходный метров 200 в сторону надо отходить. Лень. Сюда перебежал, вроде не повязали. Пойдем сейчас туда-обратно. Вон он, пешеходный. Даже метров 300, наверное. Кольцов вроде нет. Лень такие круги рисовать. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Слегка пошалили. Попытка номер два сейчас будет за лекарствами заехать. ТТ-3560. О-о-о. Хорошее топливо, наверное. Качественное. Были в этом, в Ногинске, то что мне надо, но в одном экземпляре надо больше. Знаешь, и здесь аптека есть, и еще в Мушковичах, вот вдоль дороги которая. Сейчас попробуем сюда зарулить на пару минут.
у нас в Белоруссии пропали с продажи, все, нету. Какие, не буду говорить, нет, не важно. Сам факт. Отличный пункт. Пойду забегу. Бан, куда поедешь? Рассчитывайтесь. Приветствую. Приветствую вас. Да. Ага. Там чек. Все есть. Это вам? Ага. Все, там я тут скажу, где расписаться надо. А, еще расписаться надо, да? Ну конечно, Миша, не помню. А, сейчас. Сдал, принял, сложно отчет. Отчет сдал, принял, отчет, печать, сдал. Подпись. Отпечатки пальцев. Да. Так.
А я не понял, что они там закрыли заправку, что ли, отъезд? Да. Так, подпись. Там число на 9. Ага. 17.00, ну сколько там надо? 17.00, скажем. А? Мне без разницы. Да. Я сейчас сюда вот заеду, отъедь чуть-чуть, я сюда заеду. Я так обычно там заправлялся всегда. Может, 18 часов? Как напишешь, да? Да я уже написал. Не важно. Я обычно там по прямой. Мне не надо. Да? Мне одна. Спасибо, до свидания. Мне просто тут коллега заправлялся, говорит, что на этих типа колонках не заливаться. А разница-то какая, объясните мне, правда? На каких не заливаться? Ну, типа вот на этих. А я буду. По-моему, доставка-то одна и та же. Надо залить 200 литров. Не, я понимаю, ну да, въезд запрещен, как бы что-то там они перегородили, же видел. Я-то думаю, я-то обычно думал, ну, как бы туда заезжал. Что, дозвол, все? Гуд? Потяните, чтобы открыть. Кто там тебя так настойчиво требует? Жена. А-а-а, это святое. Сейчас я ей перезвоню. Разорвал на клочки, в общем. Мы больше за конверт заплатили. Да, да, да. Чем за доставку. Что? Вот эти носим. Да, ну мне написано потяните, а она не тянется, отрывается. Отрывается и все. Так, отчет. Дозвол, смотри, самое есть. Главное, нет. Главное, чтобы дозвол. Все, литовский есть. Литовский дозвол, да. Ладно, пошли мы заправляться. Ну и после заправки топливом, естественно, наша любимая, как это не заправиться, адовой жидкостью. Много брать не будем. Бачок дольем, да, три канистры с собой кинем в запас, пока хватит. Традиционные места, где мы заливаемся. Конденсат капает, жарко. Вон, холодильник уже работает после лица, пока я хожу. Плачу. Сколько бачок зашло? Почти двадцатка? 19. Ну, нормально. Оп, оп. Все белое, видите? Нам поналивали. Аммиак этого. О, народ уже в озере купается вовсю. Чё, местный. Пошли? Знаешь, я бы с удовольствием сейчас пошел бы, занырнул. Пошли, а что делать? Красной горки нету? Озера. По-моему, нету. Все, едем мы до Красной горки. В Красной горке открутим паузу. И получится где-то часа в 4 утра будем заезжать в Белоруссию. Так как, если заедем сегодня, до завтрашнего вечера нужно будет покинуть ему транзитом территорию Беларуси. А каменный лог там колейки, поэтому заедем завтра, как бы в 4 утра, и у него получается почти двое суток будет. На все про все. Да, Михаил Владимирович? Я правду говорю, мовлю. Канистры от жары вздувались. Ты, значит, удалил тоже, да? Да,
там 10 десят, было, я десятка туда было, да? Ты 70 заказал? Да. Да. Они вон, видишь, пол сдували. Пусти воздух. Ну. Да ну руки мазать, ничего с ними не будет. Взрываться не начнут, я думаю. Политник разнесет. Ну. Олег догнал? Да. Да, видели там одного. Не будем показывать пальцем. Ой, сейчас жарко, я не знаю, как сейчас стоять. С ума сойдешь. Шиска. Шиска. Вот он. Олег белорусского происхождения. Вот то же самое. Везет кольца. Ну, как вам? Не то что ремешка. Вообще даже. Вот представьте. Придется вот этому Толешке. Сидит такой расстегнутый. Что ты, голый по пояс. Притормози чуть-чуть и поедет этот ман вместе с этими кольцами дальше в сторону Беларуси. Или руля крутанет, не дай бог. Вот мало ли что. Тут, блин, вяжешь, особенно вспомнишь эти пары колесные, вяжешь их. 16 ремней навязали, там эти подбивали колодки. И то они там давай кататься. Ну понятно, ладно, там пары, все понятно, это специфический груз. Но здесь-то, ну как не привязать хотя бы по ремешку, хотя бы. Ну как Костя Булацкий говорит, Олег. Сейчас я ему фотку отошлю, Костя. Да, ну отошли. Чем люди думают? И везет же далеко, как я понимаю, в Беларусь. Потом будет стоять, плакать и руками разводить. Тут бы не дай бог, дай бог, чтобы он их довез. Ну, последняя задача на сегодня. Вот в этот вагончик сходить. Тут же все наши данные есть, все. Выписать зеленую карту и поедем на границу, на стоянку. 25 километров до той границы то осталось. Не в этот, а тот, который сзади, там огурчик. Я туда все время ходил. Отсюда когти. Видите, тут уже таких умных коллег. Через 160 хватает. Метров плавно поверните направо. Чтобы было у Михаила Владимировича 2 дня на проход. А если поехать сегодня, останется завтрашние сутки, сегодня 4 часа и все. До завтра. А в каменном лагу это может быть не очень хорошо. После стоянка за наличку или за это? Ну что? За карту можно оплатить.
Потом снимешь назад, приедешь, да и все. Ты спроси. Сейчас спрошу. Мне удобно картой заплатить. А только за нал или картой можно оплатить? А? Только за наличку или картой можно платить? Что-что? Можно туда, заправку можно будет, да? Сколько стоит? А мы там потом сейчас сходим заплатим. Карточкой сейчас сходим заплатим. А куда вставать-то? А, куда хочешь, да? Можно и карточкой. Куда мы будем вставать? Куда, в угол. Куда? В какой-нибудь угол поехали, встанем. Совсем-совсем в угол? Что, передом выезжать или задом? Как? Выезжать это тебе завтра утром границу проходить. Давай передом вставай. Выезжать. Могу вот сюда вот так встать. Не, не надо. Надо так. Короче, куда-нибудь приткнись уже. Хватит ездить, приткнись уже, да? Давай вот с этой бочкой рядом встанем. Давай. И вот, зачем с бочкой? Вот с коллегой встанем. Удобнее парковаться. В общем, вот такие пироги. Все эти коронавирусы вносят изменения в привычный ритм работы. Приходится подстраиваться, куда деваться. Так бы сейчас 7:30, в 11 вечера уже в Минске был бы. А так, отлаживаем прибытие в Минск до утра. Откладываем. Вкладывают, я бы тебе сказал, что. Забор не упрусь? Не знаю. Он же не уперся. На сегодня все.